Սարգելի գործընկերներ, այսօր մենք ունենք պատվաժան հյուրեր Բրինից, ներկայացնեմ Ռուսաստանի Միջազգային նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մոտներ Բրինի ներկայացուցիչ և Բրինի փոխվարչապետ Գևորգ Դեմիդովը, մենք ևս ունենք մեկ փոխվարչապետ Իրինա Գիվիկոն, Բրինի գերագույն խորհրդի պատգամավոր Արմեն Մարտոյանը, և Ղրիմի հայ համայնքի ղեկավար Գևորգի Հակոբյանը։ Սպասիբա։ Եվ այսօր մենք ունենք հետևյալ թեման՝ Ղրիմի Ռուսաստանի Դաշնության վերամիավորման 8-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։ Այսօր Հայաստանում են գտնվում ներկայացուցիչները, և նշեմ, որ սա արդեն թվով 3-րդ միջոցառումն է, որ մեր հյուրերը գտնվում են Հայաստանում, և իրականացնում են տարբեր միջոցառումներ։ Հիմա խոսքը փոխանցենք իրենց, որպեսզի ներկայացնեն իրենց ծրագիրը։ Բարև ձեզ։ Прежде всего, дорогие друзья и во многом наши коллеги, я благодарю вас как последовательных и стабильных наших партнеров по информационной работе. Благодарю за ваше участие и присутствие на нашей пресс-конференции. Хочу сказать, что мы традиционно, практически ежегодно, кроме выпадения пандемийных этих двух лет, приезжаем в Армению, проводим регулярно Дни Крыма в Армении. Эти дни помогают армянской общественности ознакомиться и с современным развитием Крыма, с положением дел. Особые акценты мы всегда делаем на развитии делового сотрудничества между предпринимательскими кругами Крыма и Армении, Республики Крым. Мы и в этом году тоже уделяем большое внимание этому направлению работы. Второе направление работы – это, конечно же, общественные связи, это культурно-гуманитарное сотрудничество, образовательные программы и, безусловно, туристические обмены, потому что Крым уже восстановил свою позицию как один из ведущих регионов Российской Федерации по организации лечения, отдыха, рекреации граждан не только Российской Федерации. Я напомню, что до 2019 года у нас было из общего количества на то время 7,5-8 миллионов туристов, 1,5 миллиона было иностранных туристов. Прежде всего это были отдыхающие из Украины. Как это не удивительно звучит, но украинцы, украинские граждане любят Крым, и мы гостеприимно их всегда приветствуем на крымской земле. Никакого разделения между народами не происходит. К сожалению, разделение происходит по иным позициям. И после государственного переворота на Украине, конечно же, осложнение в взаимоотношениях России с Украиной в целом, ну и, разумеется, с Крымом, как с регионами, два у нас субъекта федерации в Крыму находятся, вы это знаете, стали сложными. И украинские националистические власти сразу с 2014 года поставили Крым в положение глубокой блокады, отключили электроэнергию, взорвали линии электропередач, перекрыли северо-крымский канал, по которому текла вода из реки Днепр, из России, подчеркиваю, потому что река Днепр и ее притоки все формируются в России. Водные ресурсы российские, которые приходят на Украину, а потом она их перестала пропускать в Крым. Перекрыты были все транспортные артерии, и автомобильные, и железные дороги. Продовольственная блокада объявлена. В общем, все радости мы от националистической власти Украины, которые нелегитимным, конечно, антиконституционным пришли путем к власти в этой стране, мы получили. На сегодня ситуация меняется, и я уверен, она в корне изменится во взаимоотношениях с Украиной, потому что Россия
осознала в полной мере, что Украина используется в качестве инструмента, в том числе и военно-политического, против России. Речь идет и о подготовке различных операций военных против населения Донецкой и Луганской народных республик. И когда Россия приняла решение о признании этих республик после 7,5 лет бесплодных абсолютно переговоров, по которым только говорили, что вот Россия должна что-то сделать, хотя она не была стороной этих Минских соглашений. Тем не менее, все западные страны не чурались того, чтобы превращать Украину в плацдарм антироссийской военной борьбы, создавали все новые платформы по биологическому оружию, потому что это лаборатории, как известно, Пентагона были, создавали возможности для возрождения на Украине каких-то компонентов, которые могли бы применяться, ядерных вооружений. Документы теперь после начала спецоперации у российской стороны в полном объеме имеются. Мы их готовы представлять и на площадках ООН, и всему международному сообществу. Правда, это сообщество западное, его часть, закрывает на это глаза и не хочет нас ни слышать, ни видеть. Но мир, он не состоит из Запада. Это маленький кусочек мира, это 1/8 часть, а остальной мир нас прекрасно слышит. Нам очень приятно, что в китайском информационном поле, в информационном поле стран Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, африканских, латиноамериканских странах наш голос слышен, он звучит и воспринимается с полным пониманием. Хотя, конечно, никто, и мы сами, не являемся сторонниками того, чтобы военными путями решать сложившуюся ситуацию. Неоднократно были предложены российские варианты достижения новых соглашений с Западом после 5 волн его расширения. В декабре месяце руководство России изложило и представило свои проекты соглашение о прекращении военной деятельности НАТО на границах с Россией, о том, чтобы удалить ударные вооружения и не допускать их размещения вблизи российской территории. Все это было по существу проигнорировано западными нашими оппонентами. Я сегодня их могу смело называть противниками, потому что они именно в такой роли выступают сегодня. Но Республика Крым, как субъект федерации, находящийся в непосредственной, так сказать, пограничной близости с нынешним украинским националистическим, а в его проявлениях и нацистским режимом, в полном объеме сталкивается с различного рода провокациями, диверсиями, которые происходили в морском пространстве, как вы знаете, еще во времена завершения деятельности Порошенко на посту президента. Они усилились и после 2019 года, когда пришел к власти на Украине Зеленский, пришел, причем под лозунгами мира, но и пальцем не пошевелил, чтобы этот мир был достигнут. К сожалению, ситуация была доведена западными оппонентами до критической точки, когда Россия вынуждена была уже реагировать, и она отреагировала. И Крым в данном случае, я скажу, выступает как мощный российский бастион, который не позволит этому воздействию, негативному, зловредному воздействию Запада и украинских националистических властей, нацистских групп продвигать свои собственные цели. Цели операции вы наверняка знаете, нашим президентом они четко поставлены. Это признание Донецкой и Луганской народных республик и прекращение против них любых враждебных, прежде всего, военных действий. Это изменение в украинской конституции, в которой
по-прежнему они считают Крым своей собственной территорией, то есть признание российского статуса Крыма, денацификация и демилитаризация Украины. Демилитаризация уже активно проводится, и в значительной степени эти цели почти достигнуты. Хотя подпитка и подкачивание Украины новыми вооружениями, безграничными вообще, так сказать, количествами этих вооружений из западных стран осуществляется. И даже, как вы слышали наверняка, большие группы, отряды наемников направляются на Украину, но они получают свою должную, так сказать, реакцию и оценку со стороны российских вооруженных сил. Крым очень тесно и плодотворно восстанавливает сотрудничество с южными регионами Украины, которые к нам всегда тянулись, всегда помогали Крыму как туристической территории снабжать и продовольствием, и другими продуктами большое количество туристов. А мы в этом году ожидаем, это поподробнее, наверное, скажет Ирина Валерьевна, поскольку она курирует и туристическую сферу, ожидаем порядка 10 миллионов туристов. Их всех нужно накормить, обустроить, напоить. Поэтому наши друзья и в Херсонской области нынешней, и в Запорожской области эту функцию восстанавливают свою. Это, безусловно, идет им на пользу. Причем торговлю они вот начинают вести в рублях. И, кстати, граждане Украины, которые оказались на тех территориях, где находятся наши вооруженные силы, получили материальную помощь, потому что они же не могут без денег, без зарплаты существовать. Это тоже помощь в рублях оказывается. Поэтому у нас все больше восстанавливается и такой рублевый оборот в деятельности населения. Более того, могу подчеркнуть, что большое количество эвакуируемых лиц, иностранцев и беженцев с юга Украины, во всяком случае, Крым активно принимает, обустраивает, помогает им. Созданы многочисленные пункты временного размещения на территории севера Крыма. Из этих пунктов эвакуируемые иностранцы отправляются в Москву или в те территории, откуда они по своему собственному желанию хотят выехать и выезжают в свои собственные страны. А украинским беженцам мы, безусловно, стараемся помочь и облегчить их жизнь. Поэтому в интересах украинского народа в целом мы можем говорить скорейшее завершение этой ситуации, которая может быть достигнута при принятии тех целей, которые поставлены российским руководством. Тогда, разумеется, все действия военные будут завершены, цели эти будут зафиксированы, и будет новое развитие. Одно, что мы понимаем, вот есть тема денацификации, да, что это не моментальный процесс. Он делится на две ветви. Первая часть, она связана с тем, что нужно денацифицировать власть, которая перестанет, я бы сказал так, гноить в тюрьмах тех лиц, а их тысячи, я вас уверяю, которые выступают за дружбу с Россией, за восстановление нашего цивилизационного союза, партнерства, тех лиц, которые возглавляли организации русскоязычной Украины. Вот только моих, я, вы знаете, уже больше 20 лет занимаюсь соотечественниками зарубежными. Вот наших партнеров, наших организаций, руководителей русскоязычной Украины, те, кто выступал за поддержку русского языка, который очень широко применяется украинским населением, мне известно 450, как минимум, человек, которые были сразу уже в 2014-2015 году брошены за решетку. И мы не знаем их судьбы на самом деле. Это вопиющие факты нарушения прав людей, массовых, грубых нарушений. И я бы сказал, с элементами геноцида, как это осуществлялось в отношении Донецкой и Луганской республик, которые
ежедневно обстреливались, ежедневные жертвы, и этому надо было, конечно же, положить конец. Но главное и главный вектор, главная веха окончания этого периода, это будет уже наш серьезный разговор после завершения операции на Украине с Западом, Соединенными Штатами и с НАТО. Наши предложения выдвинуты, и мы к ним обязательно вернемся. А Крым будет всячески содействовать тому, чтобы укреплять позиции России и служить оплотом для здоровых, нормальных сил, восстанавливать свое сотрудничество с югом Украины, который раньше, если вы помните историю, был вместе с Крымом Таврической губернией. Вот, на мой взгляд, эти факторы еще живут в населении, и они позволяют нам создавать единую социально-экономическую общность, которая помогает нам в сегодняшних условиях выстраивать новое понимание российско-украинского сотрудничества, которое, собственно говоря, было всегда, но последние 8 лет после антиконституционного переворота было разрушено по существу. Так что мы имеем самые позитивные намерения и в отношении развития Крыма, Ирина Валерьевна, я уверен, об этом скажет, который является сегодня одним из самых динамично развивающихся регионов Российской Федерации. Спасибо. Добрый день. Хочется рассказать о том, как у нас вчера прошла бизнес-миссия. Мы вчера собирали представителей армянского бизнеса, и с нами приехали представители крымского бизнеса, которые презентовали как свою продукцию, которая может быть экспортирована в Армению, так и возможности туристической отрасли. Как уже правильно сказал Георгий Львович, мы являемся наиболее динамично развивающимся регионом. У нас валовый региональный продукт уже превысил 600 миллиардов рублей, что больше по сравнению с 2014 годом более чем в 3 раза. Как вы понимаете, это очень знаково. У нас промышленность выросла в 2,2 раза, объемы строительства выросли в 2,8 раза. Это очень большие цифры на самом деле. И если вы приедете в Крым, вы это увидите, потому что куда бы вы ни ехали, вы будете видеть объекты нового строительства. Это и дороги, это и больницы, и школы, и детские сады. Все это исчисляется десятками объектов, а если сложить все вместе, то это будет уже построенных более 1200 объектов на территории Республики Крым за 8 лет. То есть это очень большая цифра на самом деле. Мы вчера рассказывали о той инвестиционной привлекательности региона. У нас Крым отличается очень выгодно от других субъектов Российской Федерации. У нас, во-первых, есть свободная экономическая зона. И помимо тех льгот, которые у нас установлены по налогу на землю, налогу на имущество, у нас льготная ставка по страховым взносам. А это налоги на заработную плату, поэтому очень выгодно работать в свободной экономической зоне. И вся территория Республики Крым является этой свободной экономической зоной. Потому что в Российской Федерации в основном есть отдельные районы, либо города, где есть особые экономические зоны. У нас вся территория Республики является свободной экономической зоны. Поэтому, где бы не зарегистрировалось предприятие, оно имеет право пользоваться льготами. Эффективность нашей политики по предоставлению льгот, она подтверждается суммами инвестиций. Так у нас на 1 рубль предоставленных льгот вложено 3,6 рубля инвестиций. То есть удобно работать в свободной экономической зоне, и инвестиции растут. И общая сумма у нас инвестиций за 8 лет уже превысила частных инвестиций, это, я говорю, сейчас не бюджетных, превысила 700 миллиардов, это именно в основной капитал. Если брать бюджетные инвестиции, взять инвестиции частные плюс бюджетные, то сумма уже превысила 1,2 триллиона рублей за вот эти годы. С каждым годом растет количество инвесторов, которые приходят к нам в Крым, и 2021 год не стал исключением. У нас выросло как количество заключенных инвестиционных соглашений, так и суммы инвестиций. Самое главное, что у нас есть возможность предоставлять земельные участки инвесторам, которые заходят в Крым, и под обязательство инвестора вложить сумму инвестиций плюс создать дополнительные рабочие места.
И вот этот особый порядок, который есть только в Крыму, регулируется он законом об инвестиционной деятельности Республики Крым. Есть отдельная структура в Крыму, которая называется Корпорация развития Республики Крым. Это единое окно входа инвесторов, где встречают инвесторов и помогают ему и с подачей документов на заключение соглашения об инвестиционной деятельности, и со всеми вопросами, которые возникают у инвестора в ходе реализации инвестиционного проекта. Мы ждем инвесторов и приглашаем инвесторов из Армении к нам в Крым, потому что те особые условия, которые у нас есть, включающие свободную экономическую зону и особый порядок сопровождения инвесторов, они очень интересны и уникальны, потому что таких, как я уже говорила и повторюсь еще раз, в других субъектах Российской Федерации таких удобных условий нет. Также Республика Крым с этого года вошла в перечень 30 регионов Российской Федерации, где реализуется инвестиционный стандарт. Это у нас новая такая функция. Под этот новый инвестиционный стандарт мы создали совет по инвестиционному климату. Основной смысл этого совета, что туда вошла общественность, наиболее активные бизнесмены вошли. Создан для того, чтобы те проблемы, которые есть у бизнеса, могли максимально быстро решаться при работе с правительством. То есть мы, как правительство, слышим, какая есть проблема и смотрим. Например, надо внести изменения в федеральный закон. Глава Республики Крым Аксенов Сергей Валерьевич имеет право законодательной инициативы. Выходим с законодательной инициативой и быстро решаем вопрос уже в Госдуме, выносим изменения в федеральный законодательство. Если вопрос решается на уровне республики, он решается вообще в максимально сжатые сроки. Поэтому вот такая открытость нашего правительства, она способствует работе у нас бизнеса. Выстроены все, у нас есть деловые сообщества Республики Крым, которые объединяют бизнес. Это и Российский союз промышленников и предпринимателей, и Опора России, и Деловая Россия. В эти объединения входит практически 80% всего бизнеса, который работает в Крыму. Мы с ними работаем в еженедельном режиме и решаем те вопросы, которые возникают у бизнеса. Переходя к нашему визиту в Армению, хочу сказать, что уже вчера было у нас подписано 5 соглашений. Именно все они в области туризма и санаторно-курортного оздоровления. Очень интересные вчера предложения были от армянских фирм по такому туристическому маршруту, как «Шелковый путь» Армения-Крым, потому что Крым тоже являлся частью «Шелкового пути», и у нас сохранились объекты, которые можно посетить. И это будет действительно интересно. Не только, как я рассказывала, про оздоровление, да, но и с познавательной исторической точки зрения. Тем более, что Армению и Крым связывает очень многое. И мы готовы показывать и объекты, которые сохранились, и которые мы сейчас восстанавливаем. Это и монастырь Сурбхач, расположенный в Старом Крыму. Это и армянские церкви Феодосии, которые исторические и очень тоже интересны для посещения. И другие объекты «Шелкового пути». Поэтому это мы будем прорабатывать. Сегодня у нас еще проходят встречи с бизнесом, они еще не закончены. Я надеюсь на то, что будут подписаны еще ряд соглашений. Добрый день, Валерий Жарик. Мне очень приятно присутствовать на этой пресс-конференции. Очень приятно, но прилетая, я буду чуть-чуть критично относиться, потому что я себя считаю не только армянином, но и россиянином. Будучи сначала прожив в Армении, потом переехав в Россию, прилетая в Армению, мне очень неприятно, когда мне в телефон приходит смс: «Добро пожаловать в Турцию». Это, я считаю, что это вот как из ряда анекдотов. Да, мне очень обидно было, как нож в спину. И начиная с этого уже пошли негативные процессы. Приехала делегация, да, вот из Крыма, из России, да, делегация, которую, ну, не соизволили никто из правительства, из членов хотя бы парламентарии приехать, встретить, просто поздороваться. И присутствуя вчера на мероприятии, на симфоническом концерте, присутствует спикер парламента, который тоже не соизволил даже поздороваться, да, с членами, хотя бы с вице-премьерами нашей республики. А потом некоторые, правда, не
пророссийские силы, а некоторые силы, которые смотрят все-таки на Запад, в сторону Америки, они говорят, почему нас не помогают эти ребята? Помощь и дружба не бывает односторонней. И в природе так. Дружба бывает, когда ты, не стесняя, вот буду мягко говорить, не стесняясь никого, я дружу с этим человеком, и все. Понимаете, дружбы не бывает. Я стесняюсь того, поэтому с тобой не буду публично здороваться. Такого не бывает. Такая будет ответка. Понимаете? Это вот чисто негатив. И не могу не высказаться, потому что мне действительно это обидно. Мы приехали на 30-летие дипотношений между Арменией и Россией. И вдруг такое отношение. Непозволительно. Да, это в том случае, когда российские войска, российские солдатики, которые каждый тоже является одним очагом своего дома, приехали защищать мою родину, мою землю. А те, которые должны это делать, и их дети, они не вмешиваются, наоборот, устраивают разные процессы, чтобы наши недруги выставлялись как друзьями нашими. Тогда, как, это в том случае, когда веками идет дружба с одним государством. Мы видели во время и 4-дневной войны в 16 году, и в 44-дневной войны в прошлом году. Кто из этих государств пришли на помощь? Никто. Единственный брат с большой буквы, который трижды во время ведения в боевых действий предложил: давайте я вмешаюсь и остановлю. И уже когда дошли до грани, где можно упасть в пропасть, только тогда согласились, чтобы ввели миротворческие силы. Ведь через 3,5 года этот процесс пройдет. И придется армянам сами встать на защиту. Против 95-миллионной армии. Да? А вот с таким отношением, я не думаю, что это будет правильно и позитивно смотреться. Это с этой стороны. Я хочу сказать, что наша, моя нация, вы, выходцы из вас, присутствуют в Крыму, присутствуют и во время спецоперации, и проводят гуманитарную помощь. Гуманитарную, которая со стороны населения Украины, первое время они не могли воспринимать. Их все время по телевизору показывали, что русские, Россия, это агрессоры, это убийцы. И вдруг русские приезжают, привозят им продукты, одежду, все это. У них недопонимание было в этом процессе. И вы знаете, я хочу просто... Вчера я вот этот пример привел. Я еще возглавляю Союз ветеранов народного ополчения Республики Крым. И наша организация, там очень много армян, кстати. Если вы заметили, со стороны России очень много армян, а со стороны Украины целые батальоны азербайджанские и грузинские. То есть это тоже есть в этом. Это не заслуга нынешних правителей Армении, а это и в веднике у нас заложено, что русские – это братья на самом деле. И проложив гуманитарный конвой, приехав в восточную часть Украины, значит, начали раздавать эту помощь, и к нам подходят люди, и начали видеть в нас, как в освободителе. Мы ждали вас 8 лет. Говорит, это действительно так. 8 лет они нас ждали, а правительство Украины в это время, нашим языком говоря, утюжили Донбасс. И никто из нынешних вот государств, которые сейчас вводят санкционные действия в Россию, никто из них не видел ситуацию. А я им говорю, закончится война, я за руку поведу вас, покажу аллею ангелов в Донбассе, где только дети похоронены. Дети, которых вы убивали против мирного населения с самолетов и с крупнокалиберной артиллерии была стрельба. 8 лет люди не выходили из подвалов. А сейчас обратная ситуация, ребята. Вы получили систему бумеранга. Чему добивались, вот то и получили. И вот хотел завершить тот гуманитарный конвой, который мы осуществляем. Периодически раз в неделю мы возим в разные города. Подходит ко мне
отец одного из так называемого пленного и говорит: я не знаю, где мой сын, я знаю только, что он ранен и в плену. И дает мне фамилию и отчество этого молодого человека. Я нашел этого пацана и оттуда, с Крыма, связался с его отцом. И дал телефон, чтобы сын разговаривал. И я мысленно перевелся в те кадры, которые показывают на Украине, раненый солдат уже умирает, его на тележке медработники украинские катают, чтобы уже к операционной, и тут врач говорит: а ну кричи «Слава Украине!». Вы представляете вот маразм вот этого явления? И я, когда дал телефон этому парню, никто не знает об этом, я даю телефон, говорю: Дима, с отцом разговор, Дима, поговори со своим сыном. Папа говорит, тот: пап, у меня все нормально, там меня кормят, у него касание, слава Богу, касание, ранение, все нормально, буквально там через пару дней его выпишут и, слава Богу, уже обменяют там. Он говорит: папа, у меня нормально, а я не слышу в ответ, потому что на громкой связи. Говорю: Дима, ты на связи? Он говорит: да, я просто плачу, не могу тебе сказать те слова благодарности, нет на планете Земля таких слов, чтобы сказать России. Вот действительно, нам говорили, что вы распрощаетесь со своими сыновьями, потому что больше их не вернут. А ты говоришь, что он в госпитале, в нормальном, в цивилизованном, где и остальные наши бойцы лежат. Он лежит рядом с ними, его лечат, кормят, поят, у него сигареты, у него все, как говорится, условия. Вот вам и результат того. Вы знаете, я вот так сравнительную линию провожу. Россия – это продолжение Советского Союза. А период Советского Союза – это тот период, когда Армения расцвела. Когда у Армении начали развиваться история, и литература, и все-все-все, культура. Пройдя вот эти 30-летний период, мы увидели полностью развал. К сожалению. У меня, как говорится, я соскучился по тому государству, где я родился. Я хочу, чтобы моя этническая родина действительно полностью, в полном формате повернулась к своим истокам и к своим настоящим братьям. Спасибо. Спасибо вам огромное, что предоставили слово и дали возможность рассказать о реалиях Крыма, крымских армян, как мы там живем, как мы себя чувствуем. Я более позитивно, наверное, отнесусь к тому, что между Россией и Арменией, я уверен просто на 100%, что, может быть, какие-то недопонимания сейчас есть, но они скоро исчезнут, потому что более тысячелетия армяне и русские были братьями, никогда друг друга не предавали, не продавали. Это можно проследить всю историю от и до, и можно это убедиться, что реально вот так и есть. Сейчас какой-то момент, может быть, еще раз повторюсь, недопониманий, но уверен, что это все сгладится. И буду рад вам ответить на ваши вопросы, если кому-то интересно, что как в Крыму, как мы живем. Есть один интересный случай. Мы встречаем с Украины беженцев, наших соотечественников. И вопрос меня, конечно, поставил в ступор и рассмешил. А правда ли, что есть Крымский мост? Это в 21 веке. Человек задает вопрос, вполне как бы не в возрасте, молодые ребята. Это вот говорит о том, что может делать пропаганда с людьми. Да? Поэтому мы должны быть в трезвом уме и верить людям, а не фейкам всяким. Поэтому я как представитель общины, как общественник, буду говорить правду, как оно есть. Поэтому... Спасибо большое, Тарик. У меня два вопроса. 8 лет уже такого существования Крыма. Представьтесь, пожалуйста. Да, меня зовут Арсен, фамилия Думанян, Краснодар, Россия. Есть ли уже реализованные проекты армяно-российские, на какой стадии они находятся? Это вот такой первый вопрос. И второй вопрос, ну, ни для кого не секрет, что на территории Украины тоже проживали армяне, и вследствие вот военных действий
они тоже оказались беженцами. Есть ли случаи приема Крыма именно армян? Сколько армян нашло в Крыму приют? И в каком в настоящее время положении они находятся? Обеспечены ли кровом, необходимыми вещами? Ну, можно я начну с ответа на первый вопрос, что у нас уже есть, конечно же, инвестиционные проекты, которые реализуют армяне на территории Республики Крым. Это проекты, и связанные с выращиванием осетровых, и в туристической сфере, и в сельском хозяйстве, то есть в различных сферах деятельности. Также, конечно, уже после прошлого нашего визита у нас бизнес-миссия вторая. Мы были в прошлом году на бизнес-миссии и в этом году. За этот год уже были контракты, связанные с поставками из Армении. Фрукты поставляли, сухофрукты, соки, различная мясная продукция. То есть, скажем так, пищевая, да, продукция поставлялась уже из Армении в Республику Крым. Я думаю, что почему мы в этом году такой акцент, у нас вчера была целая большая туристическая секция. У нас в целом в Крыму за 8 лет, с 2014 года отдохнуло более 49 миллионов человек. И вот Георгий Львович уже в своем выступлении кратко коснулся, что только за прошлый год 9,4 миллиона отдохнуло. Чтобы вы понимали, у нас население в Крыму 2 миллиона, а отдохнуло 9,4 миллиона. И, конечно, вот этот интерес, он к Крыму растет с каждым годом. И мы, когда выезжаем в другие страны, мы всегда рассказываем о том туристическом потенциале, который у нас есть, потому что, к сожалению, сейчас не все знают даже о тех свойствах рапы лечебной Сакского озера, грязи. А показатели действительно уникальны, которые по многим параметрам даже лучше, чем показатели лечения у Мертвого моря. И уже о наших сакских грязях можно услышать еще было у Геродота в V веке до нашей эры. Уже тогда было известно заживляющие свойства этой грязи, понимаете? Поэтому, к сожалению, вот сейчас эти связи были потеряны между вот Республикой Армении и Крымом, связанные с оздоровлением, с санаторно-курортным лечением, с детским оздоровлением. Поэтому мы вчера проводили отдельно секцию, встречались с армянским бизнесом и рассказывали о тех возможностях, которые есть у Республики Крым. У нас, кстати, много новых объектов размещения. У нас, начиная с 2014 года, построено 52 новых объекта размещения. Это и большие гостиницы, и малые, на 3600 номеров, абсолютно новые построены. Плюс у нас реновация происходит гостиниц, и реконструировано более 40% санаторно-курортного комплекса Республики Крым. Вы ответьте на вторую часть вопроса. По поводу беженцев очень много, на самом деле, наших соотечественников. Только через крымскую армянскую общину уже более 50 семьям была оказана помощь. Помощь состояла в том, что мы людей размещаем в гостиницах, естественно, кормим, одеваем. На первое время обеспечиваем средствами. Вы знаете, вопрос в том, что, наверное, почему я говорю только через крымскую общину, потому что есть, я знаю, есть такие факты, что люди, не зная о том, что есть крымская община, армянская община, они просто мимо проходят нас, и это на вокзалах мы людей встречали, которые покупали билеты, чтобы куда-то уехать, не знали, как себя найти. Да, но в Крыму на самом деле есть много пунктов размещения беженцев, там полностью всем они обеспечены абсолютно. Мы со своей стороны, естественно, пытаемся оказывать помощь, мы, ну, знаем, что там все есть, но все равно мы пытаемся оказывать какую-то помощь. Да. И, естественно, там мы узнаем, что есть семья армянская, и мы оттуда как бы их забираем и оказываем со своей стороны помощь. Ну, я вам скажу так, еще раз про пропаганду, наверное, что даже вот армяне со стороны Крыма, России, и армяне со стороны Украины, они на нас смотрят чуть ли не как на тех, что, ну, как врагов, может быть, да, они с Джанкоя, пока я лично езжу, стараюсь лично присутствовать при этом на своей машине, перевозить людей, чтобы пообщаться с ними и понять, и успокоить, может быть. Да. И вот пока мы едем в машине, есть такое недоверие,
и доезжаем вот это 80 километров от Джанкоя до Симферополя. В Симферополе уже кардинально у людей меняется мнение. Они видят, что здесь не звери, здесь не враги, у нас нету клыков, как они себе представляют, что мы людей кушаем. Да. Ну и на самом деле они видят Крым, они видят, как развивается Крым, как люди живут, как себя чувствуют, что не стреляют этих военных, как они там представляют, что, наверное, в Крыму там постоянно везде стоят военные, ничего такого нету. Мирно абсолютно живем с первого дня, с 2014 года. Да, и мы рассказываем, как мы здесь проводим все наши мероприятия. Ну, одним словом, пока доезжаем до Симферополя, у человека кардинально меняется мнение о том, реальности. А вообще, извините, добавлю, что более 30 тысяч уже беженцев пересекло границу Крыма. И у нас действительно есть пункты временного размещения в разных точках Республики Крым. На пунктах временного размещения люди находятся в санаториях, с удобствами размещены, мы кормим, то есть чтобы было питание обязательно горячее, налажено трехразовое. Поэтому у нас всех встречают те, кто приехал и бежит от ужасов войны. Я бы хотел добавить тоже, если можно. А есть еще? Да, сейчас еще закончу. Да. Кроме того, что мы встречаем, мы еще и община армянская еще и помогает гуманитаркой на сторону Украины, где проживают люди. Более 3 тонн первые же дни мы отправили помощи. Сейчас вот готовится в Херсонскую область гуманитарная помощь. Да, гуманитарная помощь оказывается еще в пункты размещения. Да, поэтому на самом деле крымская армянская община, имея возможности, это вот очень важно на самом деле, да, что если бы мы плохо жили в Крыму, мы бы не имели возможности оказывать какую-то помощь. Да, это вот именно это и доказывает, что мы настолько сильны, настолько мы можем себе позволить, что мы можем еще и помогать всем абсолютно. Я бы хотел добавить, но хочу с лирики начать. Да, ваш вопрос такой, инвестпроект. Самый большой инвестпроект между Крымом и Арменией, конечно, было еще со времен Тиграна Великого, который взял в жены дочку Евпатора, да, императора Евпатора, Клеопатру. После этого, значит, конечно, есть большие инвестпроекты. Самвел Карапетян, который в Армении занимается парничным бизнесом, на 4 миллиарда рублей сделал инвестпроект в советском районе. Арман, к сожалению, не помню фамилию, около 2500 голов. Он, кстати, родом из Гадруда, на Арцах, на Горный Карабах. Более 2500 голов уже приобрел, значит, овец и около 150 голов крупнорогатого скота, сельскохозяйственного. То есть таких очень много, которые действительно хотят заниматься бизнесом. Я у них спрашиваю, вы почему именно выбираете Крым? Говорит, потому что по рельефам, по природе Крым очень похож на, значит, на Армению. Я вам скажу, в Крыму очень много национальностей, около 175 национальностей, и никто ни у кого не спрашивает, ты кто по национальности. Это на самом деле действительно так. Да. Это очень, да, очень приятно. И около 28 у нас в Крыму армянских святынь, да, начиная от 11 века, 12-13 века. У нас в Матынодаране, чтобы вы знали, есть самый маленький календарь церковный, который занесен в книгу Гиннеса. Видели это? Это написано, рукописный календарь, написано, значит, в Кафе. Феодосия. Это нынешняя Феодосия, это, древняя, да, название. Около 15 единиц в Матынодаране Библии написаны в 13-14 веке в Старом Крыму, где Сурбхач находится, в Кафе, в Евпатории, то есть в таких городах. И Крым считался морской Арменией, если да. Хочу еще раз подтвердить. Здравствуйте, Рабу, Назаря. У меня вопрос к вам, господин Мурадов. Когда примерно вы видите конец конфликта и каков, каковой он будет?
Если бы я был пророком. Конечно, это вопрос к вооруженным силам. Они сталкиваются с конкретной ситуацией, они могут оценивать, как все происходит. Не могу ответить на мой вопрос. Как политик, я так рассуждаю, что, ну, наверное, в летний период должно все закончиться. В начале, в конце лета, не знаю. Но мне так по политическим моим ощущениям представляется. Не более того. Это политическая интуиция, скажем так. Вот общую оценку, когда берешь, вот я такие выводы делаю, может быть. Но конкретика, конечно, это у вооруженных сил. Они ее никому не дают и правильно делают, потому что идет операция. Вот, но хотели же вслед за этим что-то как-то продолжить. Как выставляете результаты? Да. Результаты? Ну, я сказал. И только один результат. Только один результат, на мой взгляд, может быть. Это выполнение тех целей, которые были поставлены нашим президентом. Это демилитаризация, денацификация в ее вот первой фазе, о которой я сказал, власти украинской. А дальше придется и с образованием заниматься, и со средствами массовой информации, и много-много еще какими другими вопросами. Но что касается демилитаризации, конечно, на Украине не должно быть того оружия, которое будет угрожать России и которое там расставляется западными странами. Она не должна участвовать, это нейтральный ее статус, не должна участвовать в военных блоках. И, конечно, признание Донецкой, Луганской народной республики, и на Украине же в Конституции Крым составляет целый раздел. Он вообще выпадает из Конституции украинской. Если вы вот с правовиками посоветуетесь, тем, кто занимается значит, государственным правом, они скажут, что Крымский раздел туда введен искусственно. Потому что вторая статья Украинской Конституции говорит о том, что Украина унитарное государство, и вдруг десятым разделом вставляется целый набор статей, который касается автономной абсолютно республики. Со своими абсолютно, так сказать, правами, конституцией своей, законами. И как ее не резали, не урезали, она все равно сохранилась. И право на референдум, 138 статья, пункт 2, именно крымчанам предоставлено по украинской конституции. Да? Значит, это должно все из украинской конституции исчезнуть. Вот. Поэтому, пока не будут достигнуты цели, я исхожу всегда из простых логических, так сказать, установок. Сказал президент, значит, должно быть выполнено. Если кто-то не выполняет, значит, не понимает те задачи, которые президентом поставлены. И никого не должны дезориентировать какие-то формы диалога и, я бы сказал так, контактов, которые я лично переговорами их не называю по одной причине. Я дипломат, знаю, что такое переговоры. Перед переговорами всегда стоят какие-то конкретные цели, а здесь уже цель поставлена. Переговоры у нас, контакты эти, велись и диалог по поводу открытия гуманитарных коридоров, да, но нам этот контакт позволяет услышать, а что же, как там Украина себя чувствует? Они уже добитые или еще не добитые? Когда они кричат, что нет, никакой Крым, Донбасс не признаем, понятно нам, дальше, значит, надо продолжать, пока они не признают все, что требуется. Вот для меня, как дипломата, это такое видение. Поэтому общественное мнение не должно быть дезориентировано тем, что ведется какой-то диалог и контакт. Что вот сейчас раз вдруг, и мы изменим цели, поставленные президентом. Такого, ну, я в дипломатической практике своей не знаю. Цели должны быть достигнуты, а потом уже будем разговаривать по всем другим вопросам с западными странами. Спасибо. Есть вопросы? Спасибо большое, у вас очень много. Спасибо большое, спасибо. Наше, да, чувство взаимное всегда.